Всем привет, дорогие мои! Давно не виделись, и на самом деле не так все просто оказалось с нынешним положением дела. Однако могу сказать следующее, что сейчас мы восстановили полностью работу. Единственное, что Атику надо немножко въехать. Кстати говоря, Атик вас всех поприветствует в этом видео. Прошу строго не судить по поводу наших уставших голосов, потому что я был после работы, а Атик, соответственно, там, где он есть. Мы решили, чтобы не пропадать с экранов, завести такую вот вещь, как шортс. Вот, понятное дело, что это будет не ютубовский шортс по 15 секунд, это будет чуть-чуть побольше, с некоторым объяснением того, что мы делаем. Потому что писать большие видео сейчас достаточно проблематично, ввиду всеобщей загруженности. А маленькие видео с небольшими пояснениями, я надеюсь, мы сможем выпускать несколько чаще, чем те видео, которые были. Хотя бы раз в месяц. Поэтому, начиная со следующего видео, я думаю, будет стандартизированная заставка. И это связано прежде всего с тем, что у нас нам отрубили Patreon. У нас сейчас новая страница на Boosty. Поэтому подписывайтесь, помогайте, будем работать. Ну и... как всегда, как все неправильно получилось, данное видео получилось в общем плохом качестве. Поэтому на данном этапе я продемонстрирую вам только 4 параллельных экрана, которые будут здесь записаны. Вот. А пока что приветствие от Атика с записи. У нас на связи Атик. Здравствуй, Атик. Здравствуй. Ну и как вы могли слышать, Атик у нас сейчас снова в команде, он восстанавливает свои забытые шаманства различные. Ну а на экране у нас построение BSP-геометрии, из которой потом получается объемный триггер, при пересечении которого персонаж или какая-то сущность активирует тот или иной звук, в зависимости от того, что требуется. В данном конкретном случае идет построение волюма триггера для подвязывания музыки. Таких триггеров очень много по миру. Они находятся в данжонах, в городах, в различных пристройках и так далее и тому подобное. Безусловно, мы все активировать не будем, потому что мы просто умрем. Если вы обратите внимание, слева внизу и справа внизу на экране есть различные построения спагетти, которые тянутся. Ну и, естественно, в дальнейшем это должно будет переработано в C++, однако не сейчас. Безусловно, это не единственная работа, которую мы сейчас делаем. У нас остался достаточно широкий фронт работ. Если мы этого не сделаем, мы не поймем, как все будет строиться дальше. Вот, поэтому это должно быть активировано. Задача на самом деле нетривиальная, достаточно простая. Тем не менее, она требует достаточно много времени, потому что это, как это, обезьянья работа. Много тыкать, много передвигать и соединять. Как обычно, в общем. А пока на этом все. Подписывайтесь на ВК, подписывайтесь на YouTube. Я, честно говоря, никогда не думал, что это скажу, но подписывайтесь на Boosty. Однако нынешняя ситуация нам не позволяет жить по-другому, поэтому прошу понять и простить. Все основные ссылки вы увидите в описании к видео. Ну, основную информацию можно всегда подчерпывать из ВК. Также можно написать нам, если захотите.